Привет всем! В этом видео я покажу вам основы фарма. Фармом в доте называют получение опыта и золота. Чтобы получить золото за крипа, мы должны нанести ему последний удар. То есть, если его убьют наши крипы или вражеский герой, то мы не получим за него золото. Распространенная ошибка новичков заключается в том, что они просто стоят и бьют вражеских крипов автоатакой. Этого делать нельзя, потому что линия продвинется под вражескую вышку, и фармить там вы не сможете. Вы должны нанести только один удар по крипу, когда у него остается мало здоровья. Нанести последний удар на начальных стадиях игры достаточно непросто, потому что у нашего героя очень слабый показатель атаки. Если вы герой ближнего боя, обязательно покупайте топорик. Он облегчит нам фарм в разы. Когда вы хотите добить крипа, вы нажимаете атаку на него. Герой тратит время, чтобы подойти к нему, потом замахивается и наносит удар. Вероятность того, что вы добьете крипа в этом случае, крайне мала. Потому что пока герой будет подходить и замахиваться, его добьют ваши крипы или противник. Поэтому, чтобы облегчить фарм себе, многие игроки в доте используют срыв анимации атаки. Анимация атаки — это по сути замах героя перед ударом. Фармить таким способом достаточно просто. Когда герой замахивается для удара, вы нажимаете кнопку «Остановиться» по умолчанию H в середине замах, и герой замахнется, но удар не нанесет. На практике лучше создать себе игру без ботов и потренироваться, потому что сразу может не получаться. Приходим на линию, видим, что у крипа остается меньше половины здоровья, и начинаем нажимать атаку, правую кнопку мышки, и кнопку Hold, H, поочередно, чтобы герой как бы дергался, пока у крипа не останется здоровья, чтобы его добить. Отпускаем кнопку остановки и спокойно добиваем его. Этот способ хорош тем, что, во-первых, мы не тратим время для того, чтобы подойти к крипу. Во-вторых, повышается шанс лосхита, потому что атака проходит быстрее за счет показа половины замаха. Создавайте себе игру без ботов и просто тренируйтесь делать это. Если у кого-то не получается это сразу, не нужно расстраиваться, просто немножко потренируйтесь, там, ну, полчасика, часик, и у вас все это будет получаться, и со временем вы будете фармить все лучше и лучше. Спасибо всем за просмотр, учитесь фармить, играйте в Dota 2, комментируйте это видео, до встречи. Motherfucker, but I'd rather reload and just dump, motherfucker.